шоу «Однажды в России», шоу о стране, в которой, как оказалось, надежнее вкладывать деньги не в банки, а в зимнюю куртку. С нами, как и всегда, Тим Иванов. Начнем с номера про разные подходы к воспитанию детей. Действительно, воспитание меняется. Сейчас детей показывают психологам. Просто меня показывали пьяным гостям родителей. Будет номер про то, как русские люди принимают решение заняться спортом. В нашей стране это бывает довольно-таки часто, иногда даже по несколько раз за пьянку. Покажем номер про парня, который хочет свалить в Америку. Логика у таких людей железная. Если Воронеже не поперло, то 100% попрет в Сан-Франциско. Также будет номер про человека, который погряз в кредитах. Я думаю, у многих из нас есть такой знакомый, который звонит вам с нового айфона попросить занять 2000 до зарплаты. Закончит выпуск группа мрачных российских рэперов «Черный саморез». Хотя про то, что они мрачные, можно было и не уточнять. Ведь последним веселым рэпером в России был Михаил Гребенщиков с рифмами «Карапуз, арбуз, узкоглазый индус». Знаете, а может, оно и к лучшему. Это шоу «Однажды в России». Новый сезон. Мы начинаем. Ты слышишь? Я тебе еще раз говорю. Мы заказывали белые гренки. Ты принес черные. Иди меняй. Послушайте, я бы с радостью, но только вы их съели уже. И даже вылизали соусницу. Поэтому поменять их и предоставить вам в качестве извинений пивной безлимит мы не сможем. Хорошего вечера. Да, извините. Неудивительно. Ну все понятно, блин. Валить из этой страны надо. Достала меня эта злоба человеческая, реально. У нас в стране, если тебя улыбаются, то это либо реклама университета «Синергия», блин. Либо вон какой-нибудь мужичок с расстегнутой ширинкой в кепке капитана. Короче, если вам в кайф, живите здесь, я в Америку. О. А почему именно в Америку? Потому что, братан, там человек, не имея высшего образования, а имея лишь один гараж, Apple открыл, братан. А я при тех же водных здесь, блин, уже третий год в летних ботинках зимой хожу, понимаешь? А что ты там делать будешь? Там какая-то сейчас дикая мода на детских аниматоров с хреновыми отзывами или что? Что ты мне это припираешь постоянно, ёлки? Один раз я пьяный пришел, блин, на праздник. Ну, зато Фиксик учил детей не вот этим вот дурацким танцам, а мужской гигиене, блин. Да, Макар? Кулак пососи. Страна ему не нравится. Ты стране, может, тоже не нравишься? Домовенок Кузин. Страна тебе все дала. Медицину, образование, Спартак. Что тебе еще надо? Слышь, с тобой все понятно, блин. Все. Все, мужики, давайте, ну, конструктив. Дэн. Ну? Аргументы. Что конкретно тебе не нравится? Мне знаешь, что не нравится? Что тебя могут из троллейбусного депо уволить, потому что ты отказался, блин, лизать задницу всяким Ренатом Саркисовичем. Хорошо, а там? А там нет Ренатов Саркисовича, понимаешь? Там их троллейбусного депо нет. Там у них давно уже космический туризм, блин, и хот-доги на каждом углу. Ты лучше подумай, Денис, чему там твоих детей научат? Научат. Да, конечно, научат. Там они цифр не знают. Учителя цифр не знают. В кого можно вырасти, если ты считаешь сложное логарифмическое уравнение и получаешь «Б»? А? Или «Б» с плюсом. Что это вообще такое? Ну, как бы, плюс есть, цифр нету. Что это такое? Не, ну, Макар, так тоже тупо рассуждать. Ну, типа, либо черное, либо белое. Либо хорошо, либо плохо. Ну. Валер, вот тебе втащить или не втащить? А? Тащить или не втащить? Ну, если есть вариант, то лучше не втаскивать. Ну, если есть, видишь, всего два варианта, очень легко выбрать, да? Да, классно. Получается, получается, ну, да. Нормальная система, да? Вернемся к Дэну. Давай, да, вернемся Дэн. К Дэну. Возвращайся, короче. Ну, вот давай, назови мне русских, у которых там получилось прям. Вот назови. Да легко, братан. Я, короче, тут гуглил, смотри. Набоков, Довлатов, Барышников, смотри. И следующий Катюхов будет, да? В одном ряду. Ты понимаешь, что они, чтобы туда уехать, они уже были кем-то.
а кем-то они стали здесь, и там их кто-то ждал, потому что они уже кто-то. Намек понял. Типа я никто, да? Да почему? Да ты думаешь, ну почему типа-то, а? Ну почему? Ну... Ты чё в себе сомневаешься, а? Че? Ты кому там в этой Америке своей нужен-то, а? А представь себе, нужен! Кому? Представь, нужен, а. Да! Я уже там с женщиной переписываюсь, понятно, блин? Настоящая американка, кожа оранжевая, зубы белые, все фотки на фоне урагана, реально тебе говорю? Она мне уже визы помогает делать. Опа! А это, Дэн, она случайно денежку не просила за визу скидывать никакую, да? Ты что, тупой реально? Вот ты мыслишь вот просто вот как шоры, блин, как у коня. Конечно, просила, конечно, братан. Просила. Визу без денег не сделать. Да, вон я 50 тысяч перевел на Сбер. На Сбер, да? Номер с плюс 7 начинается, да? Ну да, и чё? Ничего, там просто плюс 1, там нет плюс 7, придурок. Слышь, ты, морда енотья, блин. Это Америка, там все есть. Эй, короче, что я вам тут объясняю, блин, что-то рассказываю? Давайте, до свидания и доброе утро, блин. Ага. Потому что у меня там уже утро, блин, понятно? Все. Давай. Goodbye. Goodbye. Еще пиво? Да, также три повторите. Угу. Так, а вас же двое? Не-не, сейчас, 3 секунды буквально. 3, 2, 1... Номер не существует. Я так понимаю, Дэн, это простите, братаны, был неправ. Да? Да. Да, Денис. Быстро, конечно, у тебя там в этой Америке не получилось. А я говорил. Короче, в Китай надо ехать. Реально, сейчас там наш лес. Там надо, короче. Какой Китай? Китай, люди. Два работают. Пива, я эй, уйду. Два пива, но это... Я там надо работать. Ну, терпеть не могу эти спортивные магазины. Пахнет китайцами. Хотя китайцев рядом никогда не видать. Чё за прикол? Чё мы вообще пришли сюда, я не пойму, а? Вот человечек притащил нас, что-то. Давай, рассказывай. Рассказываю. Короче, прихожу вчера в больничку. Так. Говорю, мне плохо. Так. Ну, мол, всегда плохо. Ну. Мне говорят, сдавай анализы. Ну, я сдал на 40 тысяч анализов. Выходит врач с результатами и говорит, братан, ну что поделать, тебе 35. Да? Так теперь всегда будет. Надо вот спортом заниматься. Красава, братан, реально уважаю. Добро пожаловать к нам. Спорт — это сила, братан. Дайте поцелуй, братан. Нет, давай без поцелуев. Да ладно, короче, красавчик, что, короче, смотри, братан. Видал, ёлки-палки, видал. Сейчас доктора всем тёлкам 8 кубиков Дениса прописывают, братан, не говори. Да, мерзость, конечно, жесточайшая. Не завидуй, братан. Да, что там завидую? Короче, мы сейчас из тебя утопленника будем нормального поджарого типа делать, ёлки-палки. И будем с тобой малолеток катистых наказывать. Сейчас. Да, Денис, ёлки-палки, ну ты меня вообще не слушаешь. Мне ж не для шального пёха это надо. Я хочу по утрам просыпаться с желанием жить, а не ещё поваляться до вечера. Чё, Валерка, ты с нами? Я? А я в этой схеме вообще как оказался, я не понимаю. Нет. Бывает ли мне стрёмно? Да, безусловно. Буду ли я с этим что-то делать? А-а. А зачем себя изводить, мучить? Я не понимаю, зачем? Чтобы внуков увидеть? Они мне ни в член не впились, я их не знаю еще. Может, они с котами вырастут вообще? Не надо мне. Бывает, идешь так, ну что-то стало плоховато. Что я сделаю? Пойду помедленнее, вот и все. Не надо. Не, ну если честно, спортом не сильно охота заниматься. Не охота заниматься, вообще не охота.
Такое ощущение, что у меня еще очень много времени, чтобы не заниматься спортом. Сто пудов есть время. Нету времени, братан, нету времени. Ну ваши тела уже прям кричат. Помогите нам, помогите. Я реально говорю, вот. Степ-платформа, короче. Смотри, вот так. Вверх, вот так, вниз. Вверх, вниз, так. Вверх, так, вниз, так. Вверх, так, вниз. Это получается как бордюр на улице, да? Только за 12 тысяч. Слушай, ты можешь и на улице на бордюре так делать, только потом расскажешь, сколько раз тебя в дурку забрали. Блин. Братан, ты не понимаешь, будешь заниматься спортом, доживешь до лет 87, братан. И то я 13 лет уже выкинул, ну типа налог на бигтейсе. Ну 87 тоже нормально. А нафига, Денис, до 87 доживать, объясни мне. Вот мне сейчас уже по факту в 34 по вечерам заняться нечем. Ладно, ну, там тело до 87 сохранить, это можно, допустим. Как, чтобы фляга не расплескалась до 87? Вот это вопросики, потому что нет-нет, да проскочит. А где Максим? А какой нахрен Максим? Нету никакого Максима, просто что-то в голову взбрело. Где Максим? Ну, вот неохота так. Неохота, это конечно. Просто чушь несешь. Да как? Реально. О. А, вот они какие. А ты мой хороший. А. И под правую, вот они, вот твоя вас и искала, а ты, а какие? Видал? Вот ему лет 70, а ты посмотри, какой он поджарый, реально такой взбитый, я уверен, что у него писюн до сих пор не мягкий. Мол... Круто, блин, быть слабее 70-летнего. А что слабее, мы дрались, как ты узнал, что хорошо, слабее? Что не дрались, братан. Короче, не веришь мне за спорт? Вот у него все спроси, он тебе все ответит. Старший, давай. Ладно, ладно. Как в лето. Здравствуйте. А я вот тут думаю, заниматься спортом или не заниматься, и хочу у вас спросить, а в таком возрасте быть спортсменом – это здорово? Чебоксары. А, что, простите? Манижа. Отходи, наверное, Мишка. Отходи. Ну... О, раздевалка, пойду померю писюн. О чем и речь? Самолет летит, пилота в кабине нет. Не, я лучше сам. В 40 лет со своими мозгами уйду. Не надо, вот такого я не хочу. Блин. Ладно тебе, Валер, тебе вот и 40 можно не ждать. Че ты каркаешь? Че ты каркаешь? Ирина Хакамада без очков. Где ты знаешь куда? Слушай, ты глумишься так, потому что у тебя еще жесткого ничего не вылазило. Когда из позвоночника диск полезет, знаешь, какое у тебя лицо и крик? Какое? Знаешь, какое? Ладно, давай. А вот я буду заниматься, ты мне 100% гарантируешь, что так не будет. Ну, не гарантирую. Ну, вот о чем и речь. Нафига тогда? У меня дядька в деревне до 100 лет дожил. Вообще ни дня спортом не занимался. Ну, понятное дело, не занимался, потому что он в поле работает, ёлки-палки. Ты знаешь, что такое поле? Знаю, что я дебил, знаю. Ты знаешь, как его до хрена этого поля? Конечно, нафиг ему спорт, если он за день вилами в телегу примерно Францию закидывает. Конечно. Так, пацаны... А как дела у вас вообще? Нормально? Я вас зачем позвал? Чтобы вы мне помогали или что? Мне надо заниматься спортом или не надо? Не надо. Надо заниматься. Не надо. Надо. Не надо. Ладно, короче, где тут все для бега? Сейчас я организую. Мишань, все для бега? А нет такого, что мать при рождении все для бега дает? Ну, там, ноги вот. Валера, ну что прикалывайся? Ну, кроссовки хотя бы элементарно, там, шорты какие-нибудь надо. Все, понял, вот, сорян. Братан, короче, спортом надо заниматься красиво. Это утяжелители для ног, во. За 10-500? Братан, мне очень тяжело было заработать 10-500. Я их отдам, чтобы мне опять тяжело было? Это что за фигня? Братан, бабки вообще не важны. Вот тебе мотивация. Да ты задолбал. Да. У холмов есть глаза, видал? Опа, опа, опа. Вот это стропы, вот так. Стропы оргазма, братан. На, на, потрогай, потрогай, реально, потрогай. Потрогай, не бойся, потрогай. Ну не трогай, что ты делаешь. Я не буду я трогать. Задолбали, короче. Денис, вот как ты спортом, я заниматься не хочу. Правильно. Ты так готовишься, как будто у тебя завтра Олимпиада. О-о-о. А у тебя завтра ночная смена, и все. Красава. А как ты, тоже жить не очень интересно. Почему? Ну, потому что тебе плевать на себя. У тебя пока ножки хоть маленько ходят, тебе нормально живется. Надо что-то среднее выбирать. Типа в пятницу спорт, в субботу пиво. Тоже вариант. Все, так и будем делать. Я пошел. Согласен. Тормози, может, форму возьмем.
Суббота сегодня, сегодня суббота, пиво. Суббота, придурок. Дорогие друзья, тост. Этот шикарнейший для наших дней стол из самодельных бигмаков, рукотворных наггетсов и домашнего макфлури накрыт не просто так. Сегодня у нашего коллеги, у нашего друга, у нашего Никиты праздник. У него родился наследник. Да. Продолжатель рода, преемник фамилии. Или, как говорят в интернет-мемах, мой звездюк. Никита, такая радость! Поздравляю! Спасибо огромное, что в этот прекрасный пятничный вечер предоставили нам такую возможность не идти к семьям. Хотя, что я такое говорю? Ой, спасибо большое. Дети — это счастье. Это да. Это счастье. Подождите, счастье счастьем, давайте говорить прямо. Никита, воспитание ребенка — это великий труд. Я тебе говорю как мать. Я смотрю на няню своего сына. Сын же у меня... Да, сына, она постоянно уставшая, она вымотанная, невыспанная, еле ходит, замызганная. У нее не прическа, карбонара. Тоже жирная, капает что-то, бекон прям в волосах торчит. Вот, конечно, мне, конечно, жалко моего сына, что его вот такая некрасивая женщина, да, воспитывает. Но надо отдать должное, она профессионал. Потому что 55 лет женщине она активировала молочные железы. 2 года кормила. Запомни, Никита, в воспитании самое главное – это тапок. Что, простите? Вот я почему, извини меня, такой воспитанный. Ага. Потому что у моего отца был тапок. Тапок? Ну, тапок, ну, резиновый такой, который хрен согнешь. Который согнуть могут только мужики, которые сковородку в трубу сворачивают. Такой тапок, которым, если полиция прилетит, еще 2 дня с отпечатком ходишь. Прям на лбу. Размер 56. Идешь, воспитанный. Подождите, Давид Борисович, то есть вас дубасили просто так? Никита, дубасят просто так вахтовики после смены. А это воспитание. Вот помню, как-то прибегаем со школы. Голодный был, значит, разулся, ботиночки разбросал и бегом на кухню. А отец мне говорит, иди сюда. Ты зачем ботиночки разбросал? Мама убирает весь день, а ты разбрасываешь. Обувь надо ставить аккуратно. Угу. Вот смотри. Снимает тапок и даст прям в лоб. Прям в 56 размер. И все. Я такой зафиксировал. Ага, понял. Обувь ставим аккуратно. То есть, если я правильно понимаю, вы предлагаете за малейший проступок моего сынишки по его розовым щечкам, предназначенным для ути-пути, мой хороший, хлестать тапком? Ну, конечно! Ну, глупости! Ну, что вы глупости говорите? Никита, не слушайте, ребенка нужно холить, любить и лелеять. Да она сумасшедшая. И, ничего, я не сумасшедшая. Вот у меня сын смышленый, хулиганистый, но... Ну, вот потрясающий ребенок. Я его никогда не наказывала. Никогда. Нет. Он вот в 5 классе, я у него в комнате под кроватью 35 килограмм марихуаны нашла. Я ему говорю, Леша, откуда Леша? А он говорит, мама. На меня так смотрит и говорит, мама. Мамочка! Так глазки у нее такие красненькие, уставшие такие. Мама, я, говорит, сам не торчу. Мамочка, это на продажу. Как ребенка наказывать, когда у него такая бизнес-жилка проснулась, а? Слушайте, я вот не знаю, бьет ли моя няня моего ребенка, да? Я как бы в это не лезу, это их дела. Но синяки под глазами у нее такие, как будто это он ее бьет. Они реально такого же размера, как его кулачки. Я вам когда-нибудь фотку покажу, мы поржем все вместе. Вот я об этом и говорю. Ну, они же не в Минько, ну ты слышишь, да?
Послушай меня, Никиташ, вот я почему, по-твоему, такой умный? Угу. Чтобы ребенок был очень смышленым и схватывал на лету его нужно иногда, периодически, ежедневно дубасить. Понимаешь, вот у моего отца была такая ложка. Ну, такая, чуть меньше кастрюли. Он ее сам на заводе отлил. Сейчас из-за этой ложки где-то рельсы чуть короче. Ну, неважно. В общем, сидим, обедаем, как сейчас. Значит, я говорю, папа, передай хлеб, пожалуйста. Mm-hmm. А он достает так свою ложку, облизал, смотрит на меня и как даст прям в лоб. Так а за что? Потому что когда я ем, я глух и нем. Все, я зафиксировал сразу, рядом с аккуратно ставить обувь. Слушайте, какой ужас, прям в лоб. Потому что это самая твердая часть черепа. Отец хотел воспитать, а не убить. Угу. Забота, а не кровопролитие. Отцовский трепет, а не бесчеловечность. Ага. Слушайте, Давид Борисович, вы это, извините меня за то, что я в офисе роллы палочками ел. Ладно. А то вас же, наверное, палками тоже дубасили. Палками не помню. Помню, у отца был шланг на даче. Да кукушки к своим детям лучше относятся. Он у вас садист какой-то. Кто? Папулечка мой? Да я тебе говорю, это воспитание. Никита, не слушайте, еще раз говорю. К ребенку нужно только любовь и ласка. У меня, конечно, сын непростой мальчик, но компанейский. Да, как-то за огурцами в подвал спускаюсь, а смотрю, там сидят его одноклассники. Такие бледные, перепуганные. Есть, пить хотят. Весь город их, главное, искал и найти не могли. Уже и надежду потеряли. А оказывается, мой Лёшка-то их в подвале укрывал, а? Ага. А появились, когда их из подвала вытащили. Как все радовались, а? Как все обрадовались, а? Ну что ругать? За что ругать ребенка? За то, что он может такие сюрпризы делать. Ну, честное слово. Я ему даже сказала, Леша, можешь уроки сегодня не делать? Но он, в принципе, их и не делал, их мальчики в подвале делали. Слушайте, я вас слушаю и поражаюсь. Вы уже 20 минут разговариваете о своих детях. То есть совершенно о других людях, а не о себе. Хотя ты центр своей жизни. Только ты. Он и так меня ограничивал, пока я беременная была. Я месяц не пила коньяк и не играла в сквош. Это уже жертва. Ну, да. Ну вот да. Об этом я и говорю. Ну видно же, шип сданутая, а? Ну видно же, что ни тапка, ни ложки в детстве не нюхал. Тебе бы мамкиной тряпки отведать один раз. И все, сразу мозги на место бы встали. Вот какая там еще тряпка? Волшебная, Никита. Волшебная, потому что она всегда появлялась в руке у мамы из ниоткуда. Я вам клянусь, мистика какая-то. Значит, один раз ложусь спать. Заходит мама, в руках ничего. Говорит, ты зубы почистил? Я говорю, забыл. Она как размахнулась, и вот как только я просчитал траекторию удара, чтобы увернуться, в руках появляется тряпка, которая увеличивает рычаг удара, и все, и хрен увернешься. Особенность тряпки, кстати, она сразу по всему лицу прилетает. Вот. Давид Борисович, вы понимаете, что все, что вы сейчас рассказываете, ну, такого нету в современном обществе. Ну, реально, таких родителей, ну, в лучшем случае посадят, а в худшем мамочки в директ столько проклятий накидают. Вот это... Кому? Мамулечки мои? Да она просто хотела, чтобы у меня были здоровые зубики. Она переживала за мое здоровье. Даже если телевизор близко смотрел, я сразу в угол ставил. Во, во. В угол? Вот угол нормальный, меня тоже ставили. Тоже на колени, на горох? Никита, не слушайте этот бред. Это дикость какая-то, ужас. Ребенка нужно любить. Вот Лёшка, он, конечно, шаловливый мальчишка, но такой хороший, а, честное слово. И вот с ним разговаривать надо было, понимаете? С детьми вообще надо разговаривать. Mm-hmm. Я как-то у него в комнате заметила золотые сережки, цепочки, колечки. Ну все, все, дитё по воровской пошло. Что делать? Ну собралась, по-матерински села, с ним поговорила. Оказывается,
Ничего не по-воровской. Он просто ходит на кладбище, могилки раскапывает. А чё вы так? А чё вы так смотрите? Что же его теперь наказывать? Значит, как египтян раскапывают? Так National Geographic. А как воронежских, так давай вести дежурная часть. Где справедливость? Да не слушай ты их. Ага. Никита, запомни, в воспитании самое главное — это втащить ребенку так, чтобы посередине комнаты надпись «Фаталити» могла появиться. Никита, послушай опытную мать. Ты родитель. От слова «родить», а не «воспитать», понимаешь? Ты свое дело сделал, ты отстрелялся, можешь на 3 месяца смело лететь на Шри-Ланку. Слушайте, прямо отсюда. Да какая Шри-Ланка? Что вы оба говорите? Какая Шри-Ланка? Какая Шри-Ланка? Ребенка куда-то полетели. Надо природу отбить. Да все, тихо! В жопу любовь. Слушайте, знаете, вот для меня сейчас книжка «Маугли» вот реально смысл обрела. Вот он в лес же ушел только потому, что у него вот такие родители, как вы были. Вот вы, Давид Борисович, вот вы же по-любому себя кулаком по яйцам бьете. Ну, чтобы ваши будущие дети знали вот на этом этапе, что у них батек строгий, правильно? А не надо подглядывать. А вы это при всех делаете, Давид Борисович. Умничает. А вы... Ольга Степановна. А что? Ну, из-за вашей любви ваш сын вообще, ну, не понимает грани дозволенного. Вот. Да? Он же не понимает, что хорошо, а за что в некоторых странах электрический стул. Он не понимает. Все хорошо. А главное, вот я не понимаю, как вас всех взяли в отдел образования детей дошкольного возраста. Потому что разбираемся мы. Я сам буду воспитывать ребенка. Подожди, я сам буду воспитывать. Никита, давайте. Стоп, все, вернись. Пока. Никита, да подожди ты. Стой, иди сюда. Да пусть идет. Да куда идет? Ты слышала, что он наговорил про нас? А про него ни слова не сказал. Никита, вернись, накидай ей тоже, я сам не могу придумать. Лучшее мое вложение. 30 рублей на Алиэкспрессе. Ручка-невидимка. А? Ручка-невидимка. Из-за этой ручки вся финансовая система нашего банка держится. Ха. Вещь. Чудо. А не то, что там. На что вы брали кредит? Ринопластику сделала. Это нос, что ли? Да. Блин, я думал, вы в кепке. Даже двумя руками обхватываете, все равно видно. Ладно, теперь понятно, почему вы такая хмурая. У вас, получается, и там, и тут это, с носом оставили. Ладно, вы... Хватит! Хватит! Ну все, хватит, девушка, давайте, вы... Давайте, идите, а то я сейчас охрану вызову. Они очень злые ребята, они по 2 кредита этой ручкой оформляли. Клиент номер 107. Здравствуйте, Николай! О! Это кто пришел? Это же Тыщ-Пищук пришел! О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук! Она у нее в 3 томах же, правильно? Ну-ка, давай сюда. Ничего себе, блин, папка, елки-палки. Слушай, Тыщ-Пищук. Да. По этой истории, блин, Звягинцев фильм может снять. Ты чего пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами. Я хочу еще один кредит взять. Вы слышали, Наталья? А, тебя не было здесь. Еще один кредит хочешь взять, и тебе вообще дал лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы ни одной, Тыщ-Пищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, Тыщ-Пищук?
Ты невероятно плохо возвращаешь деньги. Как одноклассник, который в тюрьме сидит. Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь. Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, ты Пищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а? Да. Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно? Да. Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, ты Пищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне? Чтобы днюху отпраздновать. Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты? А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит. Вот идиот. Там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома. Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков. Это актеры, ты Пищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино. В порнографических фильмах тем более. Ты что думал? Там не муж с женой играют. Конечно, ты что? Не брат с сестрой, как в описании написано. Не за 50 рублей уломал. Не застряла она там в стиралке. Ты чё? Недостаточно пришел расплатиться нечем. Такого нет, это не по-настоящему. Чё-то вы много порнухи смотрите. Ты давай это... Ладно, хрен с ним, ты пойдешь повесишься, да? Вот наберешь этих кредитов. Ты же до этого будешь час звонить в нашу психологическую поддержку, час будешь занимать линию, а в это время, может быть, какой-нибудь алкаш захочет позвонить. Человек отчаявшийся, алкоголик, просто захочет позвонить, а там занято. Он что, он возьмет и вздернется. И что потом? Вот что потом? Барановская мужская и женская одна не сможет вести. Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что... Вы сейчас мне поможете, мне деньги дадут, а мы их с вами разделим. Поделим. А ты зачем так себя ведешь? Как? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Но ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. Ну это значит, мы договорились? А не надо, етить твою мать вот так говорит. Все записывается, сядь, сразу же видно, что мы договариваемся. Идиотина ты... На что тебе нужны деньги, ты Пищук? Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо. Могу вам сделать на один день. Ну или на два. Ты больной, что ли? Ты что мне предлагаешь, не пойму? Что, мне ты ненормальный? Я женатый человек. Семейный человек. А ты мне предлагаешь эту чепуху, блин. Покажи мне проститутку. Чего? Проститутку, говорю, покажи мне. А. Где? Во.
Разблокируй телефон. Да. Убирай. Людям кредиты нужны, знаешь, на самое необходимое. На еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Одна смотрит на другую, а у другой палка. И думает, а что это у нее палка, а у меня нет. Побежал в банк к нам, взял кредит на эту палку. Купил палку, прибежал эта макака к другой. А та уже макака сидит с палкой и с камнем. А эта думает, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь сыт. Ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, Тыщ-Пищук? Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно пошел найти? Пошел вон. Да, Николай, да я пошел не... Пошел вон, да нет, сказал. Я вас понял. Да я реально... Нет, сюда я тебе сказал, не беси меня. Пожалуйста. Придурок, блин. Я не Иван, здрасте, да. А? Понял, хорошо, ладно. Да. Иди сюда, Тыщ-Пищук. Да. Ладно. Что, все получится, да? Да, на сколько ты так говорил? 700 тысяч. Давай на миллион. На миллион? Да. Давай даже... Где моя ручка? Давай на два. На два? Два миллиона тебе одобрим. Давайте. Ну все. Давай, вперед. Тыщ-Пищук. А что вам там сказали в телефоне? Да, наш банк попал под санкции, и вот сейчас нужны будут клиенты. Вот мы тебе даем кредит 2 миллиона под 158% годовых. 158, ну терпимо. В целом терпимо. Это я считаю, ну, месяца за два раскидаюсь. Давай. Спасибо. Даже самые мрачные рэперы летом ездят на море. Встречайте, группа «Черный саморез» со своим летним треком. Помню глаза бабушки на станции Бологое, но это я просто вспомнил, история про другое. Про отпуск на море под семейным конвоем, про двое суток без кондера в раскаленном вагоне. На вокзале с грузом принимают таксисты, все как один гостеприимные аферисты. Крутят ключами, клянутся, что быстро, предлагают купить чачу прямо из канистры. Ресепшн, допрос, трехзвездочная хата, две шконки, окно и вафельные халаты. Что-то среднее между крестами и мирами. На этим летом и этому рады мы. Прогулка на море, тоже под конвоем. В руке кукуруза, в мыслях разливное. Жена в воде по пояс, охраняю вещи. Пока всю ее намазал кремом, наступил вечер. Это море, и здесь вокруг одни лагеря. Только детские санатории стоят, еще советские. Цены здесь на аквапарк зверские, дерзкие. Вокруг все пахнет мойвой. Это море, и здесь в метане плечи горят. Эти местные умеют продавать все подряд. Пляжи тесные, люди не лежат, а кишат с чреслами мерзкими. Зато здесь наше море. Зато здесь наше море. Так вот, та самая бабушка на станции Бологое так и просится в нашу историю, но это история про другое. Так что прости, бабуля, про тебя в другом альбоме, а сейчас про море, про лето, горы и море. Все, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Страх и ненависть Элвиса и Хеннесси. Все, что выпито на море, осталось плавать в море. Короче говоря, я ничего не помню. Не помню утро, не помню завтраки. Не помню, откуда в карманах шорт яблоки. Почему жена не разговаривает и у тещи фингал. Почему, когда уезжали, армянин что-то про мой рот кричал. Почему я испачкан, почему дети плачут. И кто в паспорте ручкой написал Эштон Катчер. Откуда пустая канистра с надписью «Чача». Надо жить дальше как-то так и никак иначе.
Отмотал свой отпуск от звонка до звонка, в местах не столь отдаленных от Геленджика. Теперь весь год употребляю только молоко я. Зачем-то помню глаза бабушки на станции Балагоя. Балагоя. Это море, и здесь вокруг одни лагеря. Только детские санатории стоят, еще советские. Цены здесь на аквапарк зверские, дерзкие, но попробовать стоит. Это море, и здесь в сметане плечи горят. Эти местные умеют продавать все подряд. Пляжи тесные, люди не лежат, а кишат с шреслами мерзкими. Зато здесь наше море. Это море, и здесь вокруг одни лагеря. Только детские санатории стоят, еще советские. Цены здесь на аквапарк зверские, дерзкие, и ничего другого. Это море, и здесь сметане плечи горят. Эти местные умеют продавать все подряд. Пляжи тесные, люди не лежат, а кишат с чреслами мерзкими. Зато здесь наше море. Зато здесь наше море. Наше море. Это шоу «Однажды в России». Увидимся. Это море, и здесь вокруг одни лагеря. Только детские санатории стоят, еще советские. Цены здесь на аквапарк зверские, дерзкие, но попробовать стоит.